Давайте придумаем, что поделаем вместе. Давайте подумаем. Это давайте Женя волосы делает, я такая крашу. Надо тихо, быть, может быть, какой-нибудь пранк сделать над ней. Давайте. Это сейчас было максимально неожиданно. Я думала, что Женя такая, ну давайте в чем-нибудь поиграем. И Женя такая, давайте пранканем Лису. Нет, ну смысл играть, а в пранк это как бы хорошая идея. Так выглядит лицо человека, которого буквально выгоняют из дома. Почему меня буквально выгнали из дома, вы увидите в этом видео. Но недавно, если очень коротко, ко мне пришли мои друзья. И пока я делаю съемки другого видео, потому что так уж вышло, они сделали с моей комнаты вот это. Мне нечего сказать, кроме слов, поэтому давайте просто посмотрим, как все было, потому что я не знаю, что сказать. Я угораю с того, что мы как три девицы под окном. С чайком. А у меня нет чая, где мой чай? Я поделюсь. Спасибо. Забьем. Давайте вещи не спрячем. Она придет, а у нее нет вот этих вещей, которые здесь на полке висят. Но она откроет гардеробную и найдет свои вещи. Нет, мы их спрячем там, где она не найдет. Например, выкинем их на балкон. Не, ну выкинуть на балкон, это жестоко. Я придумала, давайте раз здесь тилька, нужно что-то сделать такое, типа, может быть, нарисовать пи-пи-пи-пи-пи-пи. На чем ты хочешь нарисовать пи-пи-пи-пи-пи-пи? На стене. На стене? Помадой, а потом мицелляркой она, если что, смоет. Красная она не смоет. Не, но мы возьмем какую-нибудь. Только если на телеке или на зеркале, тогда смоет. Давайте на зеркале тогда нарисуем. Да, можно обклеить стены письками. Но не так, как Тилька предлагала нарисовать, а просто на бумажках нарисовать письки и обклеить стены. Нет, или еще лучше, можно как на американском ютубе, я не знаю, если ты видела все эти видео, они берут и находят, например, какого-нибудь бывшего или краша человека, распечатывают все эти фотки, обклеивают там стены, кровать, вообще все что угодно, и потом человек заходит в комнату, и там весь интерьер превратился в это. Мы пошли с девчонками искать принтер. Это важно. Идем спрашивать. Насилька, спрашиваешь ты, потому что мне стыдно это спрашивать у Давида. Да почему я-то? Давай, а вот так вот. Давайте на КМН, давайте на КМН. Давайте на КМН. О, Тилька выпала. Кто трясет? Пойдемте. Что я хотела сказать, кто трясет тот. Давидочка. Что такое? Мы тут хаус-слипер смотрим. Портал, портал в ад. Здрасте. Вопрос. Да. Важный. Очень важный. Нет, я не согласен. Я тоже. В любой непонятной ситуации просто. Давид и Денис. Нам нужен принтер. Есть? Я уже нашла ответ на вопрос, я вижу его. Что надо? Документы? Короче, нам нужны письки. Нет, не ваши. Нет. Если что, ты просто так сказала, устрашающе. Я же сказала, что я не согласен. Давид просто знает, когда Тилька приходит, ей что-то надо. Надо как бы сразу быть не согласным. Было бы срально, если бы он такой, ладно. Нам нужно распечатать картинки. Давайте, кидайте. Теперь я Лиса здесь. Я Мобич, Мобо. Сейчас мы, короче, с вами будем и с девчоночками искать картиночки, которые будем клеить куда, девчули? На стены! На кровать! Кто мы такие? Мы? Мы, я не знаю! Но мы молодцы! Да! Да! Так, заходим давай. В Google, давайте с вами, кто у Лисы краш? Я знаю, он был когда-то крашем, но у нее новый краш. Кацуки, вот, да, Кацуки Бакуго. Я бы вообще хотела вот такое сделать. Тут не будет, по идее, пошлости. Не да, должно. Вообще, не должно. 18 не, плюс не, не, нет. Будет типа пошлости. Здесь просто голый какой-то торс ей повесить. Вот, чтобы она поняла, что это отсылка от Тильки. Давайте вот это побольше, чем 4 на 4. Ну все, 6 на 6 тогда да, делаем. Да. Хорошо. Короче, получается, вот такие вот куски картин будут. Идеальный клон. Это очень сратый и хорошо. Мне кажется, будет сложно пазл собрать. Да, я тоже переживаю. Да, кстати, надо распечатать правильные порядки, кстати. Пазл, это... А давайте мы неправильно соберем, и это будет новый мем. Да, может быть. На самом деле, на подписанные циферки. А, как удобно. Помились, да? Ладно, все, напечатаем, это у нас будет 36 картинок только. Ой, кошмар. Жесть. Горячие! Соберите пазлик, ребятушки. Вот наши 36 прекрасных листов бумаги. Прекрасного качества. Все, как любит Лиса. Всратость наш конек. Девчули! Наша первая добыча! Ну-ка, покажи мне. 36 листов счастья! Смотри, я могу быть как богач. Ууу! Нет! Они подписаны.
48 раз спечатать вот эту картинку. Да. 48, да. А4? Да. Чтобы оклеить всю кровать. Нам нужен... Да, потому что здесь 6 и здесь 8. Нужно, Давид, очень много. Давайте над кроватью. Я его думаю, сразу. Да, над кроватью его повесить, потому что над кроватью он будет логично висеть. Да. Просто в ванне довольно мало места, и можно ванну просто обклеить. А если на дверь? В ванну можно маленькую какую-нибудь такую вот милиписечку. Просто если заходишь... На водок унитаза. Да. Чтобы... О, на крышку, под крышку. То есть она такая, мы закроем, она открывает, а там... Да, причем она, может быть, даже сейчас это не заметит, а мы уже уйдем, да, она откроет и заметит, будет смешно. И потом она откроет и поржет. Да, но мне кажется, просто будет клевый эффект, если она заходит в комнату, и вся комната обклеена. Поэтому чем больше времени мы тратим на комнату, тем будет эффектнее. Да. Тут, короче, ребята вовсю пытаются разобраться, как приклеить. О, глаз! Вот Наташечке не надо было раскидывать все бумажки. Да, не надо было раскидывать. Не надо! Вот это вот! Это дополнительные сложности. О, она повернись ко мне на камеру. О, боже мой. Теперь увидели сосок Наташки. Тут, короче, какой-то вообще уникальный процесс происходит. Клонирование шотки. Шота. Шот с тобой, шота. Шота с тобой происходит. Шота нужно много. Ребят. Чё? Мне Лиса написала. Она спрашивает, всё ли у нас ок. Типа, нам не скучно здесь? Чё мне ей написать, что типа норм, не торопись? Да, всё, что норм. Давай придумаем, что мы делаем. А мы готовим какой-то сюрприз, но придумаем, что мы не делаем. Тогда она придёт сюда, ты чё, это ж Лиса. Надо узнать, когда она придёт, мне кажется. Давайте спросим, во-первых, когда она придёт. Давайте скажем, что смотрим какой-нибудь кинчик, чтобы ей было не стрёмно, что мы не знаем, чем заняться. Всё, я тогда сейчас напишу, что мы смотрим фильм. Да, типа, чтобы не торопилась. И пусть не торопится, типа, у нас всё ок. Кот, что ты сожрал? Ты не понимаешь, что тут происходит, да? Это его любимое место, он приходит лежать, а тут кто-то другой лежит. Я еще, видите, ребят, подгибаю вот эти штучки, чтобы у нас, как бы был вот такой красивый эскиз. Но я, правда, не туда прикладываю, но, типа, мне кажется, очень красиво. Почему каждый раз, когда я снимаю, у тебя в руках этот сосок? Ну, нравится мне! Не хватает Тильки в жизни сосочка! Нужно больше сосков, богу, сосков! Дэн, что ты на это скажешь? Покидайте, пожалуйста, в двери Тильки свои соски. Не надо, ты что? У меня ФСБ за мной приедет, ты что? Не кидать нельзя. Флешмоб, хэштег. Только взрослые. Больше сосков. 18+, если только считается. Посмотри, что тут происходит. Дэн говорит, я хочу на все это прыгнуть. Нет. И прыгает оператор. Нет. Ты почему ходишь по человеку? Денис! По святому. Ты только что попал на большие бабки. Все, это мой новый парень. Я пошла. Накачанный, кстати. И сосочки есть. Денис лучше, я голосую за Денис. У меня тоже есть сосочки, между прочим. Молодец. Я держу всем своим телом. Дорогичок, чтобы ты заплакала. Сейчас уже 3 года супружеской жизни. Да. Пора что-то менять. Дополнять. Вот я уже. Дайте Тильке соски в деревья, все к этому. Я уже не котируюсь, понятно? Спустя 3 года уже все. Ты у меня не котируешься. Я говорю, не дам. Я говорю, не дам. Идем на рот, широкую, на широкую. Какой там рот? Какой там рот? Это мем. Тащите стул. Подниму. Тихо. Только не пукай. Держу. Я уж думал бросать камеру и тебя ловить. Никогда не бросай камеру, всегда снимай, когда это падает. Все. Думаешь, не отвалится? Эксперт Наталья, что скажете? Не отвалится. Отвечаешь? Отвечаю. Вот слышишь меня? Послушаешь? Отвечаю. Тут, короче, тимплей. Дениска режет скотч. Наташа клеит его на пальцы. Я дотрагиваюсь до ее пальцев, снимаю скотч. А Алиана просто делает вид, что работает. Да, ну. Ладно. Я тебе сегодня тортик привезла. 2. Сегодня все тортики, кроме меня, привезли. Это был какой-то вход на вечеринку, привезти тортик. Это была проверка на дружбу, Лиан. Каждый мне принес по тортику. Что сделала Лиана? Что сделала Лиана? Лиана принесла себя. Ах ты мой тортик. Это была шутка. Монтажер вырезал шутку. Нет. Короче, мы сейчас будем прятать вот эти штучки с заданиями для Лисы. Кстати, все эти задания надо будет выполнять в сторис в Инстаграм, поэтому подписывайтесь. Просто Лиана незаметно байтит все видео на подписку к Лисе в инсту.
пожалуйста, очень хочется. Короче, я прячу первую на камеру, остальные будем прятать без камеры, чтобы Лиса не знала, где это все лежит. Какие же есть? Есть, выложи в сторис самую стыдную фотку. Да, выложи в сторис голую фотку. Отправь 500 рублей подписчику. 500 рублей. Тельняшки, правильно. Выложи скрин переписок. Покажи скрин переписок в телеге. Скажи в сторис, что ты беременна. У нас есть одна бумажка, которую мы не покажем ребятам, но мы хотим, чтобы Лиса нашла ее первой. Прямо сейчас, чтобы она нашла. И выполнила наше задание. Прямо, чтобы мы могли посмотреть результат. Да, поэтому мы сворачиваем трубочкой и кладем в место, которое Лиса заметит сразу. Так. И, может быть, его поставить в какое-то новое место, например. На полку, да. Вот. Вот, да, отлично. Мы решили наклеить на толкан, чтобы Лиса, когда открыла, у нее здесь был сосущий чувак. Все. Идеально. На центр стекла клеем симбиоз пацанов. Идеально просто. Что ты тут забыл, малыш? А справа вы видите лот под названием «Подсказка зала». Кто это? Чимин. Мне кажется, просто подписчики, которые смотрят, думают, ты чё, ты в пещере живёшь? Как ты можешь не знать, кто это? Ты вообще где? Блин, я так часто сомневаюсь, что я тоже начала сомневаться. В общем, мы наклеили 3 чимина, потому что одного чимина нам мало, 3 нам тоже мало, но 3 лучше, чем 1. 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. И напряли мы вот это. И теперь зовем мы Лису. Кстати, ребят, пока мы зовем и ждем Лису, пишите в комментарии, как вы думаете, понравится ей или нет. Прямо сейчас нажми на паузу и напиши комментарий, а то сейчас будет спойлер, Лиса придет. Для нас это долго, для тебя одна секунда. Ну что, а мы с вами отходим? Мы отходим, да. Делаем вид, что мы занимаемся своими делами. Мы уже достали ждать, Лиса! Тебе здесь спать? Кто придумал это говно? Это было коллективное творчество. Держимся, девочки, не гасим друг друга. Наслаждайся. Это же взрапуга. Да. Вы взрапугу повесили, какой ужас. Это просто ужасно. Теперь он будет с тобой спать. Там что здесь происходит? Мне, конечно, очень неловко, что я там сидела, готовила еду. Кстати, она готова, мы сейчас поедим. Ура! Но что сделали вы? Ну, нам было скучно. Ты можешь присесть. Это теперь твое. Ты можешь лечь, ты можешь купаться в них. Все очень плохо. Старость нормальных людей, старость Лисы. Это просто жесть какая-то. Сколько вы это делали? Ну вот сколько ты готовила. Ну у меня час не было, как бы за час столько сделали. Да и почему ты вообще им помогал? Я в команде девчонок. Я просто в шоке. Как теперь салаты-то есть? Я просто в шоке. I am very disappointed. Почему Гентян там? Кто поставил туда моего Гентяна? Ну, почему он здесь не должен стоять? Вы трогали моего дядьку. А с ним все в порядке? Well, ну ладно. Вот это уже какое-то другое видео. Это вы, да, придумали? Я так и знал, что они мне не показывают. А что в записке было? Что было? Вылили на Давида стакан воды, я вылила бутылку, я ничего... А зачем? Я ничего не понимаю. Да, я сам это не знал. Они писали мне не показывать. Не надо оператору показывать. А вот почему не надо. Спойлер, ты будешь находить вот эти вот записочки еще долго и выполнять всякие Какой странные ужас! Задания. Да. Я хочу их все найти. Удачи. Они спрятали по всему. По Какой всему. Ужас! Нет, пожалуйста, кто-нибудь должен мне помочь. Женя, ты не блогер, ты вообще... Я в шоке от тебя. Я в шоке от тебя. Я не буду тебе помогать. Нет, каким образом ты вообще вписалась? Я просто... Я в ужасе. Что вы сделали? Подожди, дайте я сторис сниму. Это же просто катастрофа. Что здесь происходит вообще? Что это? Что здесь происходит? Ты реально настроена искать все штучки? Да. Прямо сейчас? Да. Какая ты нетерпеливая. Удачи. Ну да. Их 10. Это как адвент-календарь. Внезапно это вся полка. Упс, не было пусто. Свалились. Ничего не понимаю, что происходит. Давайте ей дадим подсказку, что это в местах, которые давайте видны. Холодно говорить. Так не что знаю, там холодно. Холодно.
пожалуйста, пусть кто-нибудь мне помогает. По-моему, оно не здесь. Холодно. Тепло. Давай. А, тепло. Я нашла тачку. О! Почему? Кто это сделал? Я сначала не поняла, что за хрень. Почему на Чимине? Почему на Чимине прическа? Ну, это два твоих краша, объединенных воедино. Напиши на лбу Чимина и ходи так день не дома. Ты сама захотела их все сегодня найти. Ну да, мы предлагали разделить эту участь. Ну, типа, ну, знаете, я сегодня из дома никуда не пойду, так что я... Можно я не буду сделать? Нет, нельзя, нет, делай. Подписчики ждут. Тебе дальше подсказывать? Да. Холодно. Теплее. Там типа на открытом. Почему здесь морковь отъеденная? Какого хера? Я в шоке от происходящего. Я ничего не могу сказать. Все, видео закончилось. Что это? Что ты будешь это делать? Ты это оставишь или ты это снимешь? Я это оставлю. Вы думаете, я его сниму? Ура! Это еще не все сюрпризы. Тебе многое предстоит увидеть, еще найти в этом доме. Да. Так что удачи. Удачи. Посмотрите на это довольное лицо, на котором теперь сидит Лиса. Какой кошмар. Что вы делаете? Это ты что делаешь? Ты на нем сидишь? Да нет, у меня вон там. Села на лицо. Лис, куда ты идешь? Я иду руки мыть. Блин, там тоже что-то сделано. Кот, пойдем со мной. Я уже боюсь, господи, что там. Он подмигивает нам. Бля, зачем насральник? Вы его нацепили, зачем? Ладно, там ничего нет. Открой еще раз. Зачем? Я все, конечно, понимаю, но ему тут не место. Пусть хотя бы здесь повисит. Какой ужас просто, господи, я в ужасе. Не обращать внимания на мой внешний вид, я потрепалась. День меня потрепал, понимаете, но мне предстоит ночь. Просто вот в этом вот во всем, и как бы... Я не понимаю, что мне с этим делать. Это какой-то кошмар. Боже, как они до этого додумались, Дион. Господи, за дорога, что с тобой не так? А главным образом, а что со мной не так, и как я должна все это снять? Я не хочу это снимать, но придется. Какой ужас.